Вручение паспортов представителями руководства округа стало доброй традицией, но прежде чем перейти к церемонии, ребятам необходимо выполнить и другую традицию – заполнить необходимые документы. Все тщательно фиксируется для семейного архива. Далее черная ручка. В этой строке нужно полностью поместить фамилию, имя, отчество. Мероприятие, опять же, по традиции не закрытое. Ребята могут пригласить на него родственников, друзей или одноклассников. Перед получением паспорта гражданина Российской Федерации собравшихся напутствовала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Паспорт – документ, удостоверяющий не только личность, а паспорт – это тот документ, который удостоверяет личность великой страны, великой России. Они станут у нас с документом не просто взрослыми мальчиками и девочками, а людьми ответственными, преданными гражданами своей Родины. Из рук заместителя главы муниципалитета в этот день получили свой первый главный документ 8 жителей Ленинского городского округа. Позже некоторые ребята признались, церемония для них стала полнейшей неожиданностью. Пока не осознал, но удивилась, да. А почему удивились? Ну, не ожидала как-то, что вот такое будет. Как-то неожиданно прям рухнуло на голову, вот приехали получать паспорт. Вместе с паспортом ребята получили памятные подарки, среди которых азбука Видновского края. Едва сдерживали волнение и родители. Будничная процедура получения документа стала настоящим событием, которое будет частью семейной истории. Ну, в наше время такого не было. Да, сейчас находят возможность, да, и администрация города обращает на это внимание. Это вот чувство такой гордости, наверное, да, за своих детей. И вообще, в принципе, за общество, да, которое заботится о нас. Закончилась церемония совместной фотографии в память о вручении первого документа. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.